За несколько дней перед полной победой ополчения в Дебальцевском котле наша съемочная группа побывала на линии фронта в этом направлении. В город Снежное они прибыли ночью. Группу военкоров встретил командир минометной батареи «Лео». Он лично сопровождал их в расположение минометчиков на линии котла. За несколько дней перед полной победой ополчения в Дебальцевском котле мы побывали на линии фронта в этом направлении. Нас встретил командир минометной батареи «Лео». В этот раз военные корреспонденты «Новороссия ТВ» прибыли на передовую для того, чтобы вручить его подразделению груз от гуманитарного батальона «Новороссия». Напомню, в прошлый раз мы побывали в гостях у бойца минометной батареи «Буратино». По пути остановились в одном из населенных пунктов для того, чтобы загрузить в наш «Урал» боекомплект, который, как стало понятно позже, предназначался для одного из последних боев в Дебальцевском котле. Мне кажется, совершенно не стыдно, когда командир батареи грузит ящики. Это наоборот пример. Наоборот, это пример. Это лишь незначительная часть боеприпасов, пояснил начальник склада. Уже утром мы выдвинулись в сторону позиции минометчиков для того, чтобы встретиться с Буратино. Посадка спускается в балку. В балке стоят два миномета. Команда была отработать гаубицами «Панония», которая передвигается с места на место и беспорядочно ведет огонь. Ее наконец-то засекли. 418. 925. Возьмите шмеля, возьмите это самое, а Боря нету, РПК возьмите. С кем поедешь? Нет, смотри, чем заключается. Мы сейчас на Кумшатское поедем, понаблюдаем, откуда что бьет. Да, ну там. Ну вот она работает, сучка, или вот отсюда, или вот с этой вот шахты, или вот отсюда, или отсюда. Вот. А вот мы сейчас выйдем, понимаете? Ну, полковую информацию. А вы еще что поставили? Ну, с разных ракурсов. Здесь за ящиком. Угломер. Ну давай, давай сюда. 45. 170. Батарея! Москвы, заряди! Первый залп! Остальные первые! Огонь! Thank you.
Чуть позже получили подтверждение, что отработали верно. После этого командованием было принято решение уничтожить ту самую БМП в Каменке, которую мы засекли благодаря подаренному биноклю. Да, командир, огневой налет отработан. Расход 15. Увеет, ответь. Да. Сейчас, минуту. Ну что, есть там успехи? Конечно. 5 метров разрыва от БТРа, это... 5 метров, да? 5 метров разрыва от БТРа. Там уже решето. Там уже... Макароны можно откидывать. Да. Вот, поэтому ездить он будет не скоро. Даже если какой-то там инвалид и выжил, он нормально уже не будет. Навряд ли. Просто его рвет осколками, рвет его насквозь. А мы 4 снаряда положили в 50 метрах от БТРа. Разброс осколков от нашего снаряда 200 метров.